Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в кремялочку на сервере Amazon Holy Play, первый сервер. И эта серия начинается именно так. Приду привет Кириллу Пуртов и Роману Матус. Так, вояки нападают, короче. Да не меня, блядь, стрелять надо. Какой-то косой, блядь, чувак, конечно. Извини. Он пытается плюс сэшить, блядь. Серьезно. Я тоже, конечно, не очень плюс сэшу, но, блядь, все равно. Бля, я уже забыл, как там делать надо. А, ну. Ну, блядь. Я за это, кстати, варм получил. За то, что, блядь, прикалывался, пытался плюс сэшить, короче. И вот. Мне вареник дали. Но из итальянской мафии я уже... Я не в итальянской мафии, не из этого. Меня еще уволили за 2 дня до того, как я получил варн. По причине вот сейчас я покажу. Мутк. Чтобы вы мне поверили и все поняли. Так, итальянская мафия, вот. Короче, в чем прикол? Сейчас я вояку захуярим. В чем прикол? Я в казино играл с Тимохой, там тоже был. По скайпу разговаривали, короче, и... Вот, блядь, сдохни, сука. Блядь, лагающая скотина. Вот чё они умирают, а? Какого хуя? Потому что она ОФКшит, скотина. Так, давайте немного патрончиков сделаем. 200. 200 дела сделаем. Будем еще фармить. Так, давайте ему пушку дадим, вот этому. 168, 51. На. Держи. 147-й, давайте ему тоже дадим. Ты что-то, блядь, я не понимаю, зачем ходить на ВЧ, если вы даже оружие не можете сделать, ёпта. Да вы не убьете, он в АФК стоит в тупую. Короче, и я играю, меня убил либо ДПСник, либо ППСник, я так и не понял, потому что он был переодетый. Блять, ну я психанул, нахуй, запомнил его ник, захожу, блядь, связал его, и за мной в этот момент, я так понял, админ следил. Он посетил меня Деморган, и меня лидер уволил. Я пишу, типа, а что за прикол? Как бы, понимаете, я 6-й ранг был, или какой? Да, 6-й ранг, по-моему, был. Не 7-й, не 8-й, блядь. И увольнять за это, блин, такой бред, серьезно. Просто такой бред. Увольнять за то, что ты, блядь, связал. Ну, пиздец, реально. Я, наверное, в ближайшее время не буду никакие фракции идти, по сути. А, это свой. Ни в какие фракции идти не буду, да и не хочу на самом деле, блин. Я уже заебался эти ОПГ, хуй Б и так далее, нахуй. Эта хуйня пришла еще какая-то, блин. Съебался. Бать умный вообще пацан, блядь, по ФК уходить. Не, ну понятно, блядь, они нас не убьют. Это понятно, блин. Но все же, блядь. Конечно, по ФК уходить, конечно, такое дело. Такое. Сегодня будет такая насыщенная серичка. Сейчас мы на ВЧ сходим. Потом поедем, надо в банк, оплатить дом, там и так далее. Ну, короче, насыщенная будет серия. Давно не было серик. Ну, как давно. Перед этим уже вышла серия. Но еще на выходных серии не выходили, короче. Теперь мы будем просто гангстером. Гангстером, какой хуёвый стреляет, конечно. Да. Не, ну блин, а если... Стреляться с человеком какой-нибудь багаюзи, там приходит с машины, не плюс сэшит, то я могу его убить. А так, блядь, с такими, конечно, трудновато. На самом-то деле. Ну да ладно, похуй вообще. Мы почти зафулились, поэтому можно отчаливать, я думаю. Не сказать, что это был бы поход на ВЧ. Надо вот этого захуялить. Чё он, сука, не умирает? Меня реально таки бесит. Он забагался или чё, блядь? Я не понимаю просто, реально. Да, эта тачка уже тут стоит хрен знает сколько, на самом деле. Так, давайте сядем. Все и поехали. Спокойно поехали. Отсюда.
конечно, давно я на ВЧЕ ходил, и давно вы видосики по ВЧЕ не видели, но это не поход на ВЧЕ, сегодня будет насыщенная серичка. Мы и на ВЧЕ сходили, потому что у меня дома патронов вообще мало осталось. А днем здесь такой, ну, когда 500 онлайн я заметил в последнее время, я не понимаю, почему такой онлайн, блин. Либо кто-то пропиарил так сильно сервак, что ли, либо хрен его знает. Как бы, хотя это выходные были, посмотрим, как сегодня будет. Сегодня понедельник у нас. Поэтому посмотрим, что будет по онлайну. На переднем колесе проедемся чуть-чуть. Оп. Поехали в банк. И потом надо будет заехать в администрацию. Устроиться на кое-какую работу. Ну да, на работу разводчика продуктов. Не знаю зачем, блин, хотя у меня в бизнесе еще есть продукты, но, блин, может завести все-таки, я хрен знает. Посмотрим. Так, давайте оплатим дом. Оплатим бизнес. И сколько у нас денег остается? 720 рублей. Ну, прикольно, чем. Так, теперь нам надо пополнить деньги, да? Пополнить. Положим 100 тысяч, допустим, да? Вот, все, 100 тысяч ложим. И теперь нужно устроиться нам на работу. Разводчика продуктов. Несколько продуктов вообще-то надо. Так, бусинес. Мне нужно 646 продуктов. 646 облакосаль. Да, он вообще, я понимаете, у меня уже 2 недели, кстати, и вообще проблем с ним никаких нету. Продукты вообще уходят медленно, хотя, ну, финка здесь такая, знаете, 5, 10, 20, 40 тысяч бывает. Ну, если вы хотите, я подробно расскажу в следующем видосе по поводу своего бизнеса. Какая там финка, покажу вам и так далее. Поэтому ставьте лайкосики, и я сниму обязательно видео. Так, погнали. Сейчас надо в мэрию заехать. Я, блин, надо было батарею, конечно, заехать сначала в мэрию. Надо именно так на светофоре останавливаться. Все, давайте как-то проедем по-хитрому. Например, здесь. Я думаю, никто не будет против, что я здесь поеду. Я ж на мотоцикле, ебать. Мне можно, я думаю. Но это не точно, конечно. Ничего страшного. Блин, я только вчера штраф оплатил, уже 3 штрафа, блядь, намотал. Вообще охуенно просто. Вот если бы я сейчас был бы в мафии, я бы сейчас не смог все продукты привезти, прошу бы кого-то просить. А это минус, блядь, 70 тысяч как минимум, понимаете? Так. Разводчик товаров. Все, мы устроились. Теперь можно уходить отсюда. Ну и что ты, блядь, вышел за мной? А. Ну, кю-кю. А. Красава. Что могу сказать? Стрим вчера крутой был. Ебать, ты один охуенный. Ладно. Можешь бабла подкинуть. Ну, давайте десяточку там. И я поехал. И я просто поехал. Блять, оботкнуть штрафы, блять, заебали они меня на самом деле. Опа. Все, поехали, сейчас возьмем нашу буричку для продуктов. Хорошо, что у меня бизнес, знаете, и бизнес рядом находится здесь, кстати, в Арзамасе, не Батыева там в каком-то. Это круто. Так, берем 1000 рублей, аренда стоит машины. Не знаю, сколько нам сейчас, 646, по-моему, я жалю, продуктов надо. Ну, где-то так. Я, блядь, не помню. Где-то так, да, надо продуктов сейчас. Бусинес. 646, да. 646 продуктов нам нужно. Сейчас за ними поедем. По бабкам это выйдет где-то 1000, наверное, 20. Вот, чтобы завести их в магазин мой. Это, блядь, будет дохуя денег, я вам скажу. Это будет дохуя бабла. Поэтому лучше саму разводить продукты, как я это делаю. Потому что если вам будет что-то развозить, то это будет вам невыгодно. Блин, прикольно этот газ. Вообще такой прикольненький.
Эти фары, блин, знаете, что-то дальше поворотников не было. Так вот такие вот фары были. Это прикольно. Это реально прикольно. Хлеб колос. Колос, колос, колосок. Все, теперь можно ехать загружаться. Так, вот мы приехали. Давайте напишем Bullprod. Прод. И купим. Давайте 500. И сколько там? 146 еще нужно. Все, погнали. Ну, это вышло 14 тысяч, короче. Так, нам нужно сюда проехать. По Бурику. Надеюсь, за мной мины сейчас не следят. Чтобы через светофор не ехать. Сейчас мы в Бурику сюда проедем. К моему бизнесу. Бля, я уже въебался два раза. Сначала, бля, дальнобойщика въебался. Точнее, он меня въебался. Потом меня въебался ППС, какой по встречке ехал, блядь. Короче, блядь, пиздец, короче, полный. Но мы все-таки вроде бы доедем. ХП, конечно, немного у машины. Снесло так нормально, 155 хп снесло. Но думаю, мы доедем. Мы обязаны. Не, даже не стоит. 255 хп сбило. Нихера себе, блядь. Нормально так ушатало, блядь. Нормально так, нормально. Ладно, давайте поедем тогда. Сейчас. Сюда. Аккуратненько, аккуратненько. Вот, все, возле моего бизнеса теперь. Так. Пишем теперь Бусин С. Нужно включить автозакупку товаров. Так, нажимаем отмена. Все, она включается. Sell Prod 646. Ой, еще один продукт забыл. Вот так. Все. Теперь пишем Бусин S. Вот у нас 1000 продуктов. Автозакупка вырубаем, чтобы вам никто их не возил больше. Как, например, мне. Чтобы никто больше не возил их. Я думаю, так будет нормально. Надо скриншотик еще сделать. Вот такой вот. И заебись. Все, теперь можно возвращаться к нашей Ямахе. Так, судя по всему, за мной едет ППСник. Или не за мной. Надеюсь, не за мной. Поедет на красный. Нет, все-таки походу за мной. Ну окей. Сейчас мы с ним погоняемся. Я вот так тачку здесь брошу, короче. И дадим по съебам. Просто дадим по съебам. Ах ты пидор. Пошел ты нахуй, гандон. Так, быстрее на Ямаху садись. Давай, 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 давай. Вот пидорас, увидели, сука, ты какой петушара ебаный просто. Просто петушара. Просто мустр, блядь. Сука, патруль один, ему уж нельзя патрулировать одному, этому усосу ебаному. Да че за звук какой-то странный? Ну ладно. Потом гляну. Куда он съебался? Это, сука, он за мной ездил, походу. Видели, он к бизнесу ему подъезжал еще. Это он меня через банты смотрел, гандон. Конечно, петух. Так, здесь его нету. Ну, конечно, петух редкий он, блядь. Не знаю, куда он делся, но он мне через ванты, сука, чекает, пидорас, просто. Просто гандон. Реально. Бля, чуть не застрял. Было бы эпично, если бы он сзади подъехал, блядь, а я застрял, сука, на горке. Мне надо аптечку купить хотя бы, потому что у нас хп вообще мало. Так, вот здесь у нас аптечки продаются, блядь, просто я, сука... Он у него броник еще, пидор, он ебаный. У меня тут дигл, блядь, но он, сука, с этой хуйни шмаляет. С КСУ или что там у тебя там, блядь. А сейчас мы маску оденем, блядь, и все, и будет он хуй сосать просто, блядь. Сейчас надо, блядь, перевязать свои раны, нахуй. Ну, серьезно, такой, блядь, пидорас. Я, блядь, смотрю, что, блядь, ездит, сука, за мной, блядь. Этот пидор. Он, по-моему, это я, по-моему, в него еще и врезался. Возможно, гонялся не из-за того, что я в него врезался, а из-за того, что он пидорас.
хорошо сказал, да, пацаны? Так, Маск. Ой, блядь, Маск. Все нахуй. Вы надели ваше местоположение скрыто. Все, блядь. Асталависта бэйби, нахуй, называется. Главное, чтобы он на улице сейчас не стоял. Не, вроде его нету. Блин, чувак, блин, не хочет спортзал продавать. Владик Кривко. Но он хочет его продать, но, блядь, за 20 миллионов не гоните. Он его купил, наверное, за 15. Я просто помню, что его за 15 продавали. Он по-любому его за столько и купил. А мне впарили, что купил за 22 и предлагают купить за 20. Говорит, продай Ямаху, Мерседес, у тебя будет 17 миллионов и еще Мурку мне дашь. Типа 17 лямов ему и Мурку отдать. Пф, нихера себе, блядь. Не, я такой расклад не нравится. Вообще не нравится мне такой расклад, поэтому я так, конечно же, делать не буду. Вы сами это понимаете. Ну ладно, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.